Приветствую вас на моем канале «Бизнес MLM. Профессия 21 века». Меня зовут Ксения Сайгушкина, я MLM-предприниматель, развиваюсь в компании «Siberian Wellness», многие знают как «Сибирское здоровье». И в этом видео я хочу с вами поговорить на такую тему, почему же многие лидеры выбирают компанию «Siberian Wellness». Почему же даже топ-лидеры меняют свои компании, да, старые предыдущие сетевые, именно на нашу компанию. Итак, преимущества компании «Сибирское здоровье», которые для меня тоже стали, чем больше я углубляюсь в факты, да, о нашей компании, тем просто влюбляюсь еще больше и больше в нашу компанию. Итак, все по порядочку. Ну и, конечно же, первое, что меня зацепило, это то, что компания наша российская. Я не скажу, что я прям такая расистка, нет, я люблю свою родину, свою природу, да, нашу российскую природу, нашу страну. Ну и также люблю путешествовать, в других странах хочу побывать, в некоторых уже побывала, конечно же, мало, но все впереди. И то, что компания именно для бизнеса, выбираю именно российскую, потому что я была в предыдущей компании Amway, все знают, что был период, что многие компании ушли с российского рынка и тем самым подтверждают. Мне даже, знаете, искренне жалко топ-лидеров этих компаний, которые ушли из России, что они ищут именно какие-то пути, обходы, настраивают логистику, чтобы доставить продукцию в нашу страну. Ну, по факту же это идет, как называется, контрабанда, да, незаконный ввоз продукции на нашу территорию, а как это еще назвать? И плюс еще лидеры за это берут с клиентов дополнительную плату. Если, например, продукция стоила 300-400 рублей, а за счет транспортировки, да, еще накручивается стоимость, и эта продукция уже 500 рублей, пожалуйста, 600. Ну, разве так можно, да? Я не знаю, но это, конечно, дело каждого. И именно вот в компании «Сибирское здоровье» логистику всю настраивает сама компания. Вот это вот прям для меня, как для предпринимателя в бывшем традиционного бизнеса, как сейчас, да, для MLM-предпринимателя, это весомый факт. Даже если возьми, что вы из другой страны, да, то компания тоже присутствует в 65 стран мира. И то, что сама компания имеет сертификаты на предпринимательскую деятельность в той стране, чтобы было все легально и доступно. Я даже, знаете, иногда приходишь в магазин или на рынок элементарно, и люди просят, переведите мне на карту. Просто уходят от налогов, а здесь все прозрачно и чисто. Работает просто в свое удовольствие. И еще такой момент, который меня очень, да, так впечатляет, это компания Siberian Wellness, да, полного цикла действия. То есть от производства, пожалуйста, от разработки самой продукции, от хранения, да, транспортировки до самого конечного потребителя. То есть компания полного цикла действия от производителя до потребителя, минуя всех посредников. Если уже говорить про цифры, да, например, производитель произвел продукцию, и это себестоимость продукции, например, 10 рублей, и пока этот продукт пройдет все этапы, да, например, оптовики, розница, транспортировка, административные расходы, плюс бухгалтерия, реклама, то по факту уже потребитель получает продукт за 200-300 рублей. Представляете? То есть какой путь должен пройти продукт от производителя до конечного потребителя? А в нашей компании здесь напрямую от производителя до потребителя, минуя всех посредников. И вот эти вот именно затраты на логистику, транспортировку берет на себя компания. И вот это вот именно вознаграждение платит нам, предпринимателям, которые мы сотрудничаем с компанией. Сейчас очень много компаний на рынке сетевых, да, которые только недавно открылись. Кто-то уже много лет действует, так скажем. Но вот эти вот компании, которые новые, все, они везде кричат, да, самая лучшая компания, можно быстро заработать. Вообще, ну, если разобраться по смыслу, да, ну вот они придумали какой-то продукт, но им же надо найти производителя. Это другая совершенно компания, которая будет производить им продукт. И здесь, опять же, они встают на очередь именно к производителям, к компании-производителям. И здесь опять идет накрутка. И здесь, понимаете, у новых компаний
Здесь как бы два таких момента. Или они могут закрыться со временем, да, или претерпевают несколько таких моментов, как турбулентность их вводит это и меняет маркетинг-план, и логистику настраивает, опять какие-то моменты. И то, что им не дадут выйти на международный рынок. И нашей компании 27 лет. То есть вот сейчас вот уже в сентябре будет 28 лет. Будем праздновать день рождения компании. И вот за это время, за этот период она зарекомендовала себя только с хорошей стороны. То есть устойчиво стоит на ногах. И вот в этот период, когда начиная с 2020 года, вот эта вся непонятная атмосфера была в стране, в мире, да, во всем. И то, что компания не только стабильна, но она еще и в рост пошла. Это подтверждает открытием новых заводов, да, пожалуйста, в Сербии, в Европе, плюс свои собственные сады в Узбекистане. То есть, понимаете, это говорит о каком масштабе компании. И все вот это вот мы можем увидеть как партнеры компании. То есть, закрывая определенные там ступеньки по маркетинг-плану, у нас партнеры ездят, на, пожалуйста, на производство в Новосибирск, да, на сады вот эти все, которые посмотреть своими глазами, все изнутри, как это происходит, это вообще дорогого стоит, честно сказать, вот для меня это, конечно, вообще вау. Компания имеет все сертификаты качества международного уровня, это и GMP, SO, халяль, продукция не тестируется на животных. И то, что сама вот идея компании, это, во-первых, здоровье человека, да, сохранение природы, сохранение животных, экология. Для меня вот лично это так впечатляет. И обязательно посмотрите ролики и вообще масштабы нашей компании. И то, что руководство самой компании, это Татьяна Гороховская, делает все, чтобы для компании, для нас, да, как представители этого бренда, чтобы мы только гордились еще больше нашей компанией. В общем, смотрите сами. Команда, ну что, свершилось? Первый миллион деревьев Siberian Wellness уже украшает нашу планету. Наш проект «Стуга» набирает обороты, и этой весной мы с вами высадили более 150 гектаров леса сразу в 8 странах. А в России сразу в 39 локациях волонтеры присоединились к этой замечательной миссии. С учетом, что мы с вами осенью планируем садить еще 50 гектаров леса, суммарно мы высадим более 200 гектаров. Это означает, что мы в два раза превысим цели. Вы знаете, с момента старта программы более 7 тысяч человек присоединилось к этой благородной, замечательной миссии. И сейчас миллион деревьев растет благодаря вам. Обязательно рассказывайте про это, делитесь, гордитесь, а также гордитесь тем, что именно наш проект стал лауреатом премии «Лучший ESG-проект России» в 2023 году в номинации «Сохранение экосистем суши и сохранение лесов». Рассказывайте про это, делитесь и обязательно приглашайте друзей присоединиться к нашей осенней посадке деревьев. Количество добра и деревьев в мире должно увеличиваться. Наше будущее зависит только от нас. Мы, компания Siberian Wellness, очень четко понимаем это. Мы ставим перед собой реальные цели и находимся сейчас уже в середине пути. Мы меняемся, и эти перемены касаются прежде всего упаковки. У 90% ассортимента упаковка должна стать полностью перерабатываемой. Ну и, конечно, для 100% наших продуктов мы разместим информацию об использованных материалах как на самой упаковке, так и на сайте. И эта информация, она для вас. Потому что если на банке написано PET, только вы можете дать ей вторую жизнь и сохранить ресурсы планеты. Это сделать очень легко, особенно если рядом с вами находится корпоративный ЦОК Siberian Wellness. В них вы найдете контейнер с отсеками для PET, например, в них упакован меламин. И для пластиковых пакетов саше, таких как он, Nutrition. Siberian Wellness ведет очень активную работу. Но когда упаковка любимых продуктов оказывается в ваших руках, только вы сможете сделать правильный выбор и поддержать общее стремление сохранить природу планеты. Друзья, у нас общие ценности, поэтому давайте меняться к лучшему вместе. Thank you.
что еще компания имеет клиентоориентированность. То есть компания не бегает за клиентом, а делает так, чтобы клиенты приходили сами к нам, да, вновь и вновь. Это различные бонусы, программы, подарки для клиентов и сам ассортимент компании, который повседневного спроса, репотребляемый, заканчивается и снова хочется его покупать. А сама упаковка какая, да, которой хочется пользоваться, хочется открывать, смотреть, тестировать одну за одним. Такая эстетика премиум-класса, ну вообще какая красота. И еще такой важный момент – это прозрачный маркетинг-план. Ни в одной другой компании вы этого не найдете. Предположим, общий товарооборот, который сделала структура, да, одна команда. То есть можно здесь легко высчитать, 1 балл – это 40 рублей. И вот можно посчитать, сколько товарооборот умножаем на 40. Вот этот прошел товарооборот в компанию через нашу структуру. И, соответственно, сколько же чек нашей структуры компания выплатила вознаграждение за рекомендацию этого продукта. То есть, по факту, выходит, если посчитать, это более 50%, представляете? То есть, настолько здесь прозрачно, даже считайте этот элементарный кэшбэк, который с каждой, вот, например, партнеры получают 25%. Это 4000 я потратила на продукцию, купила, да, для себя, для своей семьи. И мне уже на следующий день приходит 25%. Это 1000 рублей приходит обратно. Ну здорово же, здорово. То есть я продукцию, получается, покупаю какую-то, да, совершенно бесплатно. То есть я в следующий раз списываю этим кэшбэком до 90%. Ну какая компания будет так тебе платить? Только Siberian Wellness. Плюс еще зарплата, подарки, премии, автобонусная программа, программа путешествий, жилищная программа и еще дополнительные премии за закрытие ранга, за подтверждение. То есть компания настолько щедрая, я вообще в восторге от этого, конечно. А то, что мероприятие, которое устраивает компания, это вообще сказка. Смотрите сами ролик. Я настоящая огромная команда. Я очень горжусь тем, что есть в моей жизни. В общем, ребятки, я хочу сказать, что наша компания мощная, сильная, стабильная. И точно не однодневка, а на века. Вы представляете, меня то, что еще зацепляет, этот бизнес можно строить поколениями. То есть и для детей, и для внуков. И работать в ней одно удовольствие. Это и поддержка горячей линии, это и обучение от самой компании. То есть доступно бесплатное обучение, где можно выучиться на нутрициолога, на SMM, да, на ведение социальных сетей. То есть до такой степени большое и разнообразное обучение, даже и сама его еще не до конца все прошла. Плюс еще непосредственно идет обучение от самой команды, которая идет
всесторонняя поддержка от вышестоящих лидеров, от наставников, от кураторов обучений. И еще для меня, знаете, важно то, что компания не заезженная. Вот даже вы нигде не найдете отрицательных отзывов. То есть до такой степени щепетильно компания относится, да, к своим клиентам, что иногда даже придет какая-то продукция помятая, они возвращают деньги. Или пришел не тот продукт, они заменяют и даже не просят обратно возвратить этот продукт. То есть настолько вот компания относится заботливо к своим клиентам и партнерам, для меня это очень важно. И еще, знаете, то, что вот имя компании не заезженное, вот некоторых даже в компании спрашивают, да, общаешься с людьми и говоришь про другую компанию, и скажут, ой, нет, сразу мы это знаем, а Сибирское здоровье с таким теплым отношением вспоминают, что да, это же моя мама еще пользовалась этой продукцией, или даже бабушка, представляете, насколько компания известная. В общем, присоединяйтесь в нашу команду, становитесь частью большой семьи Siberian Wellness. Я под этим видео оставлю ссылочки, так что можете присоединяться, писать мне «Ксения, хочу в команду». Ну и, конечно же, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк и колокольчик и напиши в комментариях, что ты знаешь вообще о компании «Сибирское здоровье». Может быть, пользовалась продукцией или, может быть, сейчас пользуешься или сейчас партнером стала компания. Так что пиши, буду очень рада за общение. Всем желаю отличного дня и до новых встреч. Пока-пока.